Проект изменений в главный документ региона готов к общественному обсуждению. Такое решение приняли на последнем совещании рабочей группы по поправкам в устав Ульяновской области. Действующая редакция документа уже 15 лет. На ее основе в регионе сформирована система органов государственной власти и бюджетное законодательство. Поправки в устав учитывают изменения в Конституцию страны, а также предложения, поступившие от лидеров трудовых коллективов, членов общественной палаты и депутатского корпуса. Получено экспертное заключение. Мы готовы вынести его сейчас на всенародное обсуждение. Будут обсуждать в области, мы будем получать эти предложения. И я надеюсь, что 25-я годовщина законодательного собрания, которое будет осенью, мы встретим с новым уставом. В обновленный устав вошли более 30 поправок. Это в том числе совмещение должностей губернатора и председателя правительства, внесение положений об общественной палате и ее совместной работе с исполнительной властью, разрешение внесения кандидатур на пост министров депутатам парламента. Проект новой региональной конституции передан губернатору. После ознакомления глава региона подпишет распоряжение о начале общественного обсуждения поправок. У каждого гражданина или организации будет возможность представить свои предложения, пересмотреть тот или иной норму проекта устава. То есть не менее месяца продлится это. В связи с эпид-обстановкой пока обсуждение планируется в онлайн-формате. Проект устава разместят на сайтах правительства и законодательного собрания, чтобы любой житель региона мог ознакомиться и направить свои предложения. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.